Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х4 на брусе. Будет у нас цельная дверь, форточка торцевая, форточный блок на термоприводах. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Каркас теплицы мы поставили, закрепили к основанию, выровняли по уровню, обшили стены поликом, начали обшивать дверь, установили переливы, готовим крышу. Сейчас идет процесс вырезания форточного блока. Ой, отклонились. У нас завершился монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 3х4. Идем смотреть. Цельная дверь с одной стороны, форточка торцевая с другого торца. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Есть диагональные усилители, стоит все на брусе, брус 100 на 100, обработан, закреплен. А, нет, пока, извиняюсь, пока не закреплен, клиент сейчас будет его крепить своим арматурой, метровая арматура, там где-то заготовлена у него, он лежит рядом с кувалдой. Все, потому что он решил выставить, поднять брус над землей на высоту кирпичика, блока. Так, продолжаем. Имеется у нас форточный блок на термоприводах, имеется система подвязки, 4 нитки. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.